Город Озерск по праву считается первенцем атомной промышленности. Вот уже четвертый год он встречает студенческие отряды со всех уголков нашей Родины. Этот гостеприимный город всегда рад встретить гостей, независимо от времени года. Для приветствия участников Всероссийской студенческой стройки приглашается глава Озерского городского округа Евгений Юрьевич Щербаков. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2018». Уже стало доброй традицией проводить его здесь, на славном предприятии, славным своими традициями, производством ведения «Маяк», флагмане атомной промышленности. Желаю вам хорошо поработать, желаю вам хорошо заработать, хорошо с пользой провести время после работы. И когда уже приедете домой, только с позитивными чувствами вспоминать время, которое провели вы здесь. Желаю вам успехов в труде и в добрый путь. Спасибо. Евгений Юрьевич, просим вас вручить путевки участникам Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2018». Путевки вручаются студенческому отряду «Спектр», Пензенская область. Студенческому отряду «Маяк», город Москва. Студенческому отряду «Белогорье», Белгородская область. Студенческому отряду «Наследник Гауди», Оренбургская область. Студенческому отряду «Садка», Челябинская область. Студенческому отряду «Форсаж», Самарская область. Студенческому отряду «Борщ», город Санкт-Петербург. Студенческому отряду «Монолит», Саратовская область. Студенческому отряду «Практика», Челябинская область. Студенческому отряду «Уран», Ростовская область. Ура! 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 Спасибо, Евгений Юрьевич.